Всем привет! Всех с Новым годом! А у меня еще нет Нового года, вы смотрите видео уже после, а я пока еще сегодня утро, 31 декабря. Я пью кофе, пока еще в одиночестве, сейчас пойду за Владюнькой. И балдею, вот смотрю на это все, и мне так нравится. Вот я вчера нарядила елочку, и вот сегодня я только ей наслаждаюсь. И поэтому я выбор каждого, я знаю, что многие там уже в начале декабря начинают наряжать. Я так не люблю. Оно потом уже как-то приедается. Ну, для меня, по крайней мере. Мне вот она у меня стоит всегда вот украшена. Там буквально до Рождества еще христианского, там до 7 декабря, потом еще, ну, максимум там постоит еще до 10-го. Даже старый Новый год, я уже ее разбираю. Я уже, ну, как-то не очень это все признаю. Там и так далее. Поэтому вот сегодня, я вчера только это, я еще не успела этой красотой насладиться, я в восторге, я просто такое классное утро, я наслаждаюсь, я еще мечтаю, я еще вот это все такое, ну такое прям живое. Так, любименькие, давайте делитесь в комментариях, как вы провели Новый год, какой это был для вас Новый год. Ну и, кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. В прошлом не сделали году, сделайте это сейчас, в этом году. Начинать год с благого дела очень, очень хорошо. А знаете, какой хочу Новый год? Я себе уже намечтала. Вот такой, ну, не следующий, следующий еще, наверное, рановато будет. Я еще, наверное, не освобожусь полностью. В общем, не знаю, ничего не хочу планировать, но точно в скором будущем, по крайней мере, через год, мой Новый год будет такой, это будет в Карпатах. Такие снежные-снежные Карпаты. Карпаты это у нас в Украине такое живописнейшее просто вот часть мира. И для меня вот Новый год, я всегда хотела в Карпатах, вот там вот на лыжи, там вот эти вот всякие штуки, вот эти карусели, подвесные подъемники. Мне очень хотелось. Что-то как-то Ромка не очень эту идею всегда поддерживала. Ну ладно, вот, а теперь я хочу обязательно, это будет такой Новый год, Карпатах. Это будет такой отдельный какой-то комплекс, где не надо ничего готовить. Там все будет. Там будет такой прекрасный отельный комплекс, но домики будут отдельные в лесу у каждого. И вот мы снимем два домика. В одном домике будет жить Владюня, мама и няня. А в другом домике будем жить я и мой любимый мужчина. И вот мы тут все тусуем, 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 а на сам Новый год такой дом в лесу, знаете, где окна такие прям до пола, и то есть и тут камин, и мы такие возле камина с моим любимым человеком сидим, смотрим, а за окном снежок, вот это все видно, через окно красивенный снежный лес такой, сосны, вот так я хочу. А что себя ограничивать? Что только в Карпатах? В общем, это может быть и в Швейцарии. Да-да, может быть даже в Швейцарии. Ну, в Швейцарии просто, наверное, туда будет дольше с Владиком ехать, это будет непросто. Да, вот, наверное, в Карпатах, потому что Владик, точно. Мое подсознание меня правильно направило. Да, в Карпатах прекрасно, прекрасно. В Швейцарию мы обязательно тоже поедем. Но не на Новый год. Ну, не на Новый год. Не знаю. В номинации года «Лучший дизайнер новогодних елок» 2021-2022 побеждает Елена Абаева. Сейчас покажу, почему. Ба-ба-бам! Это шедевр. Отслеживается просто талант, минимализм. Хотела подчеркнуть красоту ели, не испортив лишними деталями. Вот. В общем, я ее слепила из того, что было. У меня просто ничего не нашлось, и мне уже неохота, ничего, все. Мне... Вот так тоже будет миленько. Из окошка смотрю, глаз радует. Что еще нужно? Супер. Транспортировать аккуратно, вот он уже перевязан, и хранить в закрытой упаковочке в холодильнике. Прекрасно. Спасибо, ага, большое. Наступающим вас. Владь, смотри, какую елку мама нарядила. Не? Не впечатлила? Ой, какая елочка. Не? Не впечатлился? Не хочешь?
Ну что такое? Ну давай в снежки, давай бегать. Да, труси ножки. Ага, заметил? Нравится? Непонятно еще? Так, так, что там? Телепушки. Давай, смотри, сына, сейчас еще включу. Будет вообще огонь. Вау! Красота! Скажи. Да, будем смотреть на нее, смотреть, радоваться, загадывать желания. Да. Ну, раздевайся потом. Сейчас мы давай, Владь, зажжем с тобой свечку. Да? Давай. Вот как красиво. С ножками не нужно. Да, вот так. Сейчас смотрите. Заказывала вот такой тортик от любимой моей. Сейчас вам покажу. И вот такой классный. Гляньте, какая упаковочка. С Новым годом. А здесь макарончики. Красота вообще. Красота. Сейчас вам распакую. Владь, смотри, телепалка хорошая какая. Так, вау-вау-вау-вау. Смотрите, какой тортик. Вот, немножечко сместился он, наверное, в машине. Ну, ничего, все равно. Вот он, видите, моя рука. То есть он маленький, как раз на одного человека. Ну да. Как, Владь, будем кушать такой тортик? Это можно и Владику, и маме. Такая да. Вкуснотища. Да, сейчас будем кушать, но не сейчас, попозже. Вот такой славный Мишка. 2022. И макарончики. Смотрите. Забавные. Или мишки, или оленятка, по-моему. В общем, вкусно будет нам. Смотрите, как я использовала ленточку от коробочки. Фрукты. Мне вот... Я хоть их не ем много, но на Новый год... Позволю себе банан для смузи купила, ну просто чтобы была композиция. Мне кажется, какой-то такой символ Нового года. Вот. В общем, проявляю творчество, как могу. И еще забыла вчера вот эту вот штучку. Хотелось бы больше, но у меня пока больше именно в такой валюте нет. Я вот сюда как-то положу, и это будет. Я понимаю, что это дурня, можете смеяться, но мне нравится. Да. Потому чтобы денежки, да, у нас были с Владиком. Да. Давай, бери, что ты хочешь. Ты хочешь мандаринку? Ну, конечно, мой да. Сладкий. Давай, мама тебя почистит. Будем сейчас кушать мандарины. Что ты хочешь? Бери. Да. Ну, бери. Бери ручками, бери. Бери сам. Бери. Мама, конфеты сюда положила. Владику понравились вот эти конфетки. Бери еще. Новый год, будем кушать. И еще, ну все, хватит, может, хватит уже? Еще, все, хватит сладкий. Все, вставай, будем есть вот эти. Сейчас я тебя очищу, да, сейчас очищу. Признавайтесь, кто в детстве на батарею ложил шкурки от мандаринки, чтобы пахло? Я вот сейчас тоже положу, и будет нам пахнуть. Ну, мне больше будет, значит. Ну вот, шары уже пошли, да, Владя? В разнос. Да. Да, елку разбираем.